Информационные технологии стали сегодня неотъемлемой частью нашей жизни и проникли во все отрасли экономики. Тяжелая и легкая промышленность, добыча полезных ископаемых, торговля и, конечно, строительство. Ведь в этой сфере одной из ключевых ролей играют точность расчетов и грамотное планирование возведенные дома, школы, поликлиники, транспортная инфраструктура, промышленные и многие другие объекты возводятся на века и имеют высокую капиталоемкость. Создание цифровой модели будущего объекта становится важнейшим этапом управления стоимостью и сроками строительно-монтажных работ и эксплуатации. С применением этой технологии реализация сложных проектов становится в разы доступнее. И это признано эффективным в Европе и во всем мире. Уже сегодня в Великобритании, Дании, Финляндии и других странах государственное финансирование строительства объектов осуществляется только при наличии цифровой 3D-проекта будущего здания. К 2025 году в мире произойдет полный переход на данную технологию не только при проектировании и строительстве, но и эксплуатации зданий. Для координации работы участников стройиндустрии компании Building Smart на международном уровне был разработан формат данных с открытой спецификацией Industry Foundation Classes IFC. Он не контролируется ни одной компанией или группой компаний и поддерживается практически всеми программными продуктами. В конце 2018 года компания ISO предложила участникам отрасли универсальные стандарты ISO 19650 1 2018 и ISO 19650 2 2018. Они представляют собой целостную систему с описанием основных определений, понятий и правил. Разработанные стандарты определяют этапы развития цифровой модели на разных этапах жизненного цикла объекта. Все это направлено на то, чтобы специалисты могли находиться в одной информационной плоскости как внутри страны, так и в международных проектах. 11 июня 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета в котором определены важнейшие задачи строительной политики на ближайшую перспективу. Их решение – основа развития отрасли и приоритет для всех крупных компаний на рынке. Одним из главных пунктов перечня является внедрение БИМ. 1 сентября 2016 года правительством Российской Федерации был представлен план мероприятий, в котором определили стратегию и директивные показатели развития цифровых технологий в строительной отрасли нашей страны. В начале 2020 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин поручил ускорить процесс перехода отрасли на информационные технологии и перенести введение регулирующих норм с 2023 года на 1 января 2021 года. Сейчас формируется нормативно-правовая база для использования новых технологий, и начиная с 2021 года цифровые модели станут обязательными в сфере госзаказа. С 1 января 2023 года формирование и ведение информационной модели будет являться обязательным условием работы при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или сносе объекта здравоохранения сметная стоимость которого составляет более 500 миллионов рублей. И финансирование такого объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. С 1 января 2024 года аналогичные требования будут обязательными для любого объекта капитального строительства социальной инфраструктуры, образования и науки, здравоохранения, физической культуры и искусства, социального обслуживания, сметная стоимость строительства которого превышает 500 миллионов рублей, и финансирование такого объекта осуществляется с привлечением бюджетных средств Российской Федерации или средств юридических лиц с долей участия Российской Федерации более 50%. Несколько команд экспертов в области информационных и строительных технологий совместно корректируют существующую нормативную базу и разрабатывают новые национальные стандарты для регулирования применения информационного моделирования в строительной отрасли. Основная экспертная площадка ⁇ Общественный совет Министерства строительства России. На сегодняшний день в работе правительства находятся задачи по актуализации ранее утвержденных строительных норм. Необходимо привести их в соответствие с современными реалиями и внедрить в них использование цифровых технологий. В плане работ у экспертного сообщества СП – информационное моделирование в строительстве, правила применения в проектах повторного использования и при их привязке, СП – информационное моделирование, требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов реализованных по проектам повторного использования. СП – информационное моделирование в строительстве, правила формирования информационной, цифровой модели местности по результатам инженерных изысканий. СП – информационное моделирование в строительстве, обеспечение и контроль качества цифровых информационных моделей. СП – информационное моделирование в строительстве, контроль качества производства строительных работ. В июле 2020 года на сайте Росстандарта для публичного обсуждения были представлены обновленные ГОСТы. Первый – это организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть первая – понятия и принципы. И часть вторая – Информационный менеджмент на стадии капитального строительства с использованием технологии информационного моделирования. В августе прошло обсуждение двух базовых стандартов по информационному моделированию в строительстве, тексты которых были пересмотрены и приведены в соответствие с федеральным законодательством, в том числе в части терминологии. Для чего это нужно? Во-первых, проекты стандартов необходимы для правильного применения технологий информационного моделирования в строительстве. Тем самым мы сокращаем затраты при управлении информацией. Обеспечиваем согласованность действий участников проектов, в том числе действий, связанных с повторным использованием и воспроизведением информации. А во-вторых, они используются при разработке последующих нормативно-технических документов. Наши ГОСТы гармонизированы со стандартами, признанными в международном сообществе. Уже сегодня использование информационных моделей закреплено в подробных нормативных актах. Основополагающим шагом стал подписанный 27 июня 2019 года президентом Российской Федерации Федеральный закон номер 151 ФЗ, согласно которому с 1 июля понятие «информационная модель» и «классификатор строительной информации» официально закреплены в Градостроительном кодексе Российской Федерации. По статистике, в России практически половина компаний в отрасли используют информационные модели в работе, Большинство из них видят в этом несомненные плюсы. Улучшение коммуникации между участниками процесса строительства, повышение качества проекта, уменьшение времени на обмен информацией. Сегодня в Республике Татарстан 40% заказчиков используют в своей деятельности возможности информационного моделирования. Все ведущие проектные институты ТАТ Инвестгражданпроект, Гипронии Авиапром, ТАТ Дорпроект, Союз Химпромпроект использует информационные технологии в своей работе. Но важно не только разработать стандарты, но и обучить им специалистов, чтобы они начали на практике применять эти нововведения. Казанский государственный архитектурно-строительный университет в рамках действующего соглашения с компанией «Акбарс Инжиниринг» провел повышение квалификации преподавательского состава в части применения современных инструментов моделирования. Были разработаны и защищены комплексные дипломные работы на кафедре уникальных зданий и сооружений. В результате была отработана технология взаимодействия всех участников при разработке цифровой модели будущего объекта. Комплексный подход в законотворчестве и образовании позволит строительной отрасли оперативно перейти на новые технологии. И это вопрос уже не отдаленного будущего, а ближайших месяцев. Пройдена большая часть подготовительных этапов, разработана законодательная база, ведется подготовка квалифицированных кадров, запускаются пилотные проекты. Совсем скоро ни один новый объект не будет построен без предварительной разработки цифровой модели. Основным участником и драйвером внедрения информационных технологий является государственная экспертиза Республики Татарстан. Миссия ГАУ УГЭЦ РТ – обеспечить надежность, безопасность зданий и сооружений на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации, а также гарантировать соблюдение экономических интересов государства содействуя реализации единой государственной ценовой политики в инвестиционно-строительной деятельности. Внедрение технологии информационного моделирования было начато его сотрудниками еще в 2014 году. За эти годы были изучены лучшие мировые практики, создана инфраструктура и обучены специалисты. Нагляднее всего эффективность цифровой модели видна на реальных примерах. Было реализовано несколько пилотных проектов. Первый проект был реализован в августе 2020 года совместно с Государственным жилым фондом при президенте Республики Татарстан. Экспертиза цифровой модели дома в жилом комплексе Салават-Купере. В результате. Первое. Было отработано взаимодействие с заявителем и проектировщиком в части экспертизы с применением BIM-технологий. Второе. BIM-модель была проверена на соответствие требованиям действующих нормативных документов. Третье был определен перечень автоматизированных проверок для объектов жилого назначения. Четвертое. Проверена сметная стоимость с учетом данных из BIM-модели. Второй пилотный проект, реализуемый совместно с компанией Татинвест Граждан Проект, экспертиза цифровой модели детского сада на 260 мест. Сейчас он на стадии реализации. Цели данного проекта. Первое. Наглядно продемонстрировать преимущество технологии информационного моделирования для государственного заказчика. Был проведен сравнительный анализ сметной стоимости объекта, определенной без применения BIM-технологий, сметной стоимости, определенной с учетом получения ведомости объемов из bim моделей и стоимости аналогичных реализованных объектов в Республике Татарстан. Второе. Создать набор автоматизированных проверок для дошкольных образовательных учреждений. Ожидаемый результат. Первое. Включить требования по разработке проектной документации с использованием технологий информационного моделирования для государственных контрактов на проектирование, заключаемых с привлечением средств бюджета Республики Татарстан. Второе. Определить перечень автоматизированных проверок для дошкольных образовательных учреждений. Пилотный проект номер три, реализуемый совместно с архитектурное бюро АБ-1, Экспертиза цифровой модели паркинга ПК-4. Сейчас он находится также на стадии реализации. Цели проекта. Первое. Отработка взаимодействия между органами экспертизы в части выработки единых требований к БИМ-модели. Второе. Создание набора автоматизированных проверок для объектов нежилого назначения. В результате планируем создать собственный набор требований к БИМ-модели, представляемой на экспертизу. Сегодня Государственная экспертиза Республики Татарстан продолжает работу по разработке требований к информационной модели. Необходимо также автоматизировать процесс проверки цифровых моделей с учетом возможностей современных программных обеспечений. В декабре 2019 года Государственный жилищный фонд Республики Татарстан при президенте Республики Татарстан объявил конкурс на разработку новой архитектурной концепции второго квартала жилого комплекса Салават-Купере. Были изучены лучшие практики жилищного строительства как Российской Федерации, так и мировых лидеров. В итоге были разработаны требования будущему объекту. При строительстве объекта применить современные эффективные технологии. Учесть современные требования и требования Федерального закона об энергоэффективности. Соответствовать стандарту комплексного развития территорий, который был разработан КБ «Стрелка» по заказу Минстрой Российской Федерации. Этот стандарт включает в себя шесть основных принципов развития территорий. Это функциональное разнообразие, создание районов с развитым стрит-ритейлом, где совмещены жилые, офисные и сервисные функции. Компактная и плотная застройка. Учитывает человеческий масштаб в зданиях средней этажности и открытых пространствах. Безопасность и здоровье. Уменьшение трафика, высокое качество воздуха и возможность проводить досуг в общественных пространствах круглый год. Комфорт перемещений. Разнообразие маршрутов и баланс всех видов перемещений. Эффективность общественного транспорта. Гибкость и адаптивность. Вариативность использования зданий и земельных участков за счет конструктивных планировочных решений. Комфортное жилье. Разнообразные планировки и типы жилой среды плюс качественные места общего пользования как стимул для жильцов совместно управлять домом и территорией. Одним из участников конкурса стало архитектурное бюро АБ-1 входящая в группу компаний «Акбарс Девелопмент». В кратчайшие сроки были разработаны не только принципиально новые планировки будущих квартир, но и проработаны более детальные вопросы. Инженерные инфраструктуры, технологии строительства, отвечающие всем современным требованиям, внутренняя логистика дворов и общественных пространств, интеграция будущих объектов в существующую застройку – Предложенная квартальная застройка второй очереди жилого комплекса Салават-Купере создает комфортную жилую среду, ясно определяет границы приватных жилых домов и общественных зон, позволяет реализовать схему Двор без машин, а также схему Тихий двор. Все первые этажи домов являются нежилыми. Идея данной концепции застройки в том, чтобы создать комфортные общественные пространства, исполняющие различные социальные функции, как коммерческие, так и бытовые. Каждый пусковой комплекс имеет отдельный двор. Внутри дворов исключено движение автомобилей, кроме муниципальной спецтехники, которая передвигается по усиленной части тротуаров. Дворы благоустраиваются по схеме «тихий двор», то есть в нем организуются только тихие зоны отдыха, не доставляющие беспокойства никому из жильцов. Оригинальным решением при оформлении планировочной структуры квартала стала организация внутриквартального пешеходного бульвара, на котором обустроено пространство для досуга и бесшумных игр. Бульвар играет роль основной пешеходной коммуникации квартала и является рекреационной зоной. В представленных секциях все инженерные коммуникации, оборудованные приборами учета, имеют поэтажный доступ из МОП что соответствует современным требованиям эксплуатации жилого фонда и упрощает работу управляющей компании. В секциях предусмотрены технические подвалы, которых достаточно для размещения инженерной инфраструктуры дома. Акценты при разработке планировочных решений уделялись благоустроенным местам общего пользования. Предусмотрены проходные подъезды, что позволяет реализовать схему «двор без машин». В каждом подъезде предусмотрены колясочные. Применение BIM технологий позволило провести качественную инженерную работу уже на стадии архитектурной концепции. Благодаря этому архитектурная концепция компании АБ-1 была признана победителем и утверждена президентом Республики Татарстан как основа разработки будущего проекта. Компания АБ-1, имея большой опыт в информационном моделировании, сумела сократить срок разработки проектной и сметной документации абсолютно нового жилого комплекса. Разработка прошла в четыре этапа. Этапы, которые были пройдены за это время. Первый этап – это разработка архитектурной модели. На данном этапе на основе архитектурной концепции были детально проработаны типовые и первые этажи будущих домов. Второй этап на основе архитектурной модели была разработана инженерная модель с указанием всех трассировок инженерных систем и расположением инженерного оборудования. Также на первом этапе была разработана конструктивная модель. Были определены основные параметры применяемых проектных решений. Расстановка колонн первого этажа, принципиальные решения многоэтажного плана стен и перекрытий. Третий этап по итогам разработки всех моделей было организовано несколько интеграций технических советов разного уровня. Технический совет внутри команды, где наглядно были продемонстрированы все принципиальные решения. Совместный технический совет с производственниками, представителями Казанского ДСК, монтажниками представителей Акбарстрой. Технический совет с управляющей компанией, обслуживающей объекты ГЖФ. Здесь обсуждались вопросы эксплуатации возводимых зданий. Итогом этой работы стали рациональные предложения участников, которые помогли оптимизировать часть проектных решений. Четвертый этап – презентация итоговой модели будущего здания заказчику. В рамках обсуждения были презентованы все принципиальные решения и технические параметры будущих домов. Также обсуждались стоимость и сроки строительства будущих объектов. После утверждения информационной модели команда разработчиков приступила к оформлению проектно-сметной документации. Благодаря применению современных подходов и всех возможностей информационного моделирования, через 4 месяца после старта работ цифровая модель и проектно-сметная документация были представлены для проверки в Государственную экспертизу Республики. Специалисты государственной экспертизы Республики Татарстан в штатном режиме провели проверку цифровой модели по следующим дисциплинам. Первое. Автоматизированные проверки на коллизии. Второе. Визуальная проверка здания согласно чек-листу. Третье. На соответствие информационной модели здания. Это позволило исключить коллизии пересечения конструктивных и инженерных элементов в будущем объекте. Подтвердить объем заявленных работ и материалов в сметной документации. Оперативно проверить и подтвердить стоимость будущего объекта. Помимо этого, наличие цифровой модели позволило экспертам провести анализ проектных решений в более короткие сроки. После проверки информационной модели экспертизой Республики Татарстан, архитектурное бюро АБ-1 раньше запланированного срока приступило к оформлению рабочей документации и разработке цифровой модели железобетонных изделий будущего объекта для производства их на Казанском домостроительном строительном комбинате – КДСК. Казанский ДСК – передовой комплекс по производству железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Собственная производственная база с современным оборудованием, способным гибко перестроиться под требования рынка, выпускать сложные ЖБИ по индивидуальным заказам и строить до 250 тысяч квадратных метров жилья в год. После модернизации основного производства в 2015 году для увеличения мощности было приобретено современное оборудование – Линия циркуляции палет и сеткосварочные машины, выпускающие каркасы любой сложности и без отходов. Это оборудование имеет функцию цифровой коммуникации. Данная технология обеспечивает непрерывный обмен данными по всей цепочке создания продукта. Для эффективного производства в качестве исходных данных заводу необходима цифровая модель будущего изделия. Она содержит в себе всю информацию по использованию материалов и точные геометрические размеры. Информация загружается операторами ЧПУ в оборудование для дальнейшего использования роботизированными системами. Применение информационных технологий позволило обеспечить производство необходимыми цифровыми моделями в кратчайшие сроки. И уже сегодня завод производит изделия, стены, перекрытия для будущих домов «Салават Купере», что позволит оперативно, качественно и организованно выполнить все работы по возведению домов для будущих жильцов. Главный плюс использования цифровой модели на данном этапе ⁇ общая экономия времени на разработку проекта и всей необходимой рабочей документации. С учетом цифровых моделей для Казанского ДСК работы были проведены за 8 месяцев, при этом стоимость проектных работ не увеличилась. Уже сегодня на основании разработанных цифровых моделей объектов жилого комплекса «Салават Купере» командой генподрядчика «Акбарстрой» производится расчет календарных графиков, графиков поставки материалов и оборудования, производит геодезические изыскания непосредственно на площадке строительства. Цифровые модели используются инженерным составом при постановке задач исполнителям. В будущем информационная модель уже готового объекта будет передана в управляющую компанию для организации эффективной эксплуатации. Сейчас, когда все рассчитано в теории, настало время переходить к практике. Применение информационных технологий в строительной отрасли ⁇ это большой шаг вперед. Это наше движение в ногу со временем. Много уже сделано на этом пути, но надо сделать еще больше. Мы в самом начале, но уже уверенно смотрим вперед.